там шайбы рядом не было. Лайпциг разогнался, среднюю пролетел и не заметил Лайпциг. А вот здесь по тормозам Лайпциг. Яковлев рядом с ним разыграл защитником. Яковлев бросает. И Як 3 вместе с Металлургом в Москве. Вот так играет сегодня Металлург. Роскошный хоккей и грустные взгляды армейцев. Они понимают, что игра уходит сквозь пальцы. Нетипичная шайба для большинства. Атака сходу удалась сейчас игрокам Металлурга. Но тут бы я прежде всего выделил бы Чибисова, который полностью закрыл обзор Ивану Федотову.